по напряжению она была похожа. Вот. Но просто я обращаюсь к своим ребятам, надо такие игры доставать из себя, надо все 60 минут играть в полную, а не давать какие-то расслабления. Наши опять ошибки. Ну и потом удаления эти ненужные. Команда идет, «Спартак», на втором месте по большинству. Мы себе позволяем удаляться, ненужные удаления, можно так сказать. Да? Ну и они реализовывают их, поэтому... Здесь, в принципе, и неплохо играли в меньшинстве. Не сказать, чтобы там что-то провалили. Но здорово, «Спартак» разыгрывает, здорово. Все голы забили хорошие. Поэтому ну, у нас не хватило где-то мастерства, где-то желания, наверное, в завершении. Поэтому такой исход матча. У них была большая мотивация для игры. Им надо попадать в плей-офф. И в целом это дерби. У нас настрой был не слабее, чем у них. Мы сражались до конца. Я не видел ни одного игрока, которому было безразлично как-то вообще к результату и в целом к игре. Вот. Ну, где-то, да, где-то им, может быть, больше повезло, где-то больше реализовали свои моменты, где-то мы безалаберно сыграли. В целом, я считаю, две хорошие игры, обе команды сражались, и довольно интересные матчи получились. Опиши сегодня заброшенную свою шайбу, как она там так заскочила в ворота. Я показал, что буду бросать, обыграл защитника и с неудобным бросил. И получилось так, что вратарю она в плечо попала, и она вверх отскочила от него, и уже там дальше закатилась. Хоккейный бог был на моей стороне немного, и она закатилась в ворота. Ну, плюс там Сергей Шамшурин и Никита Шалышкин тоже помогли, они поехали добивать уже, и вратарь тоже испугался и сам себе закатил ее где-то ногой там. Ты как раз давно не забивал, примерно почти по 2 месяца. Важно для тебя вот хотя бы так немножко, такую грязную немножко шайбу забросить? Ну да, да, всегда очень приятно забрасывать шайбы, тем более после больших пауз, когда у тебя это не получалось, потому что у меня уже были мысли в голове, что пора уже реализовывать свои моменты, потому что у меня они были. Вот, и да, было приятно забить гол, но, конечно, куда приятнее было бы победить сегодня. Следующий соперник Академия Михайлова, такой же соперник, который борется за плей-офф. Как думаешь, такие же будут тяжелые боевые игры? Будут тяжелые, да, это точно будут тяжелые боевые игры. И там мы с ними играли, довольно трудно было, команда такая с характером. И поэтому, думаю, сегодняшний матч для нас будет уроком, и мы не совершим ошибок, которые сегодня допустили.